Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди на аппарате Submerged Hidden Depths. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем наше приключение. Так, давайте мы сначала на карту взглянем. Куда же мы отправимся с вами сегодня? Ну, допустим, давайте мы отправимся на запад. Почему бы и нет? Прям на запад ровно поплывем. Там мы семена подберем, а потом посмотрим. В округе осмотримся. И тогда уже примем дальнейшее решение. Let's head out. Grabo! Так, а мы здесь проплывем насквозь или обплывать придется? Или, может быть... А давайте будем осматриваться здесь. Может быть, мы здесь еще и найдем что-то. Опа. Так, там улучшение. А до него далеко? В принципе, недалеко. Можно было бы прямо сейчас сразу же за ним и сплавать. А здесь нужно все это хорошенько обплыть, осмотреть со всех сторон. Отлично. 5 из 26. Вот бата. Йоп. Так, еще одно место сюжетное. Книга. Нужно не спеша плыть, чтобы ничего не пропустить интересного.
Что это там было? Кит, наверное. Так, сюда подняться... Нет, вроде бы нельзя. И вроде бы тут ничегошеньки нет. Хотя нет, стоп, сюда подняться. Нет, это не подняться, это... Что вот это можно сделать-то? Оттащите платформу, чтобы создать мост. А ну-ка. Так. Ну, если мы мост создали, то наверняка ж неспроста. А ну-ка, давайте-ка мы тут осмотримся детальнее. Хотя вроде бы в подзорную трубу мы здесь ничего не заметили. Как бы сюда теперь забраться-то? Ага. Матон! Возможно, все-таки здесь что-то припрятанное. Что-то я слышу. Не могу понять, что и где. Так, здесь можно куда-то спуститься. Подождите. Тут. Тут нет, тут ничего. Ну-ка. Это мы еще выше, получается, сейчас заберемся. Вон там что-то блестит. Книга, отлично. Дневник, 7 из 56. Ух, сколько их нужно собирать-то. Все предметы поблизости обнаружены. Окей. А вот это, наверное, быстрый спуск вниз. Ну хорошо, тогда отплываем. Отлично, что не пропустили. А вот почему нужно очень детально осматриваться. Там что-то. Обзорная точка. Хорошо. Ну, там мы потом побываем, само собой. Когда за семечкой полезем туда.
Еще что-то, улучшение еще. Хорошо. Так, ну туда мы потом поплывем. Сейчас мы этой областью занимаемся. Еще обзорная точка. А вот сюда, справа, по-любому можно забраться будет. А нам, кстати, не сюда нужно. Справа, как раз таки, в принципе, сюда нам и нужно будет, да? За семечкой. Только, наверное, с другой стороны придется залазить. Нет, стоп, вот туда. А, нет, это на обзорную башню. Так, ну здесь я, наверное, не проплыву. Это тут... Ага! Опа! Отлично! Еще улучшение. Эти буйки со стрелочками, как будто вот что-то пытаются мне показать. А, хорошо. Сейчас, давайте мы вначале на обзорную башню сплаваем. Как раз получше осмотримся сверху.
Ничего нового пока что не замечаем. Вот туда вот мы как-то заберемся. А там что, растение еще какое-то возьмем? Хорошо. Вот прямо сейчас туда и отправимся. Возможно, вот эти вот буи со стрелочками нам как раз и покажут подходящее место, откуда вот туда забраться. Хотя стоп. А, ну да, этот туда показывает, все правильно. Тихо. Вот-вот не надо. Не хватало еще, чтобы на нас сверху такая каменюка упала. Ага, уже вижу, как нам следует забираться туда. Там статуи прямо. Так, стоп, а это что там такое? Может быть, вначале нужно вот там вот опустить мостик какой-то? А, ну потом посмотрим. Если что, в принципе, не проблема вернуться. Что-то там такое? Что это за ящер? Интересно, почему мы не можем открыть дверь и пройти туда? Но ты не опасен? Нет. Вастран. Кстати, опа. Элемент стиля праздничный, один из девяти. Это уже наш внешний облик, да? Я так понимаю, одежда. А, по-другому мы, видимо, туда проплыть не можем. Это мы сейчас просто открыли себе проход и все. Отсюда мы больше никуда не заберемся. Вот оно что. Let go. Тащи. Давай, давай, давай. Есть. Кондоминиумы у Охиггинс Виллэдж. Стеха. Аки.
А это что там такое? Ой, сколько тут рыбешек плавает. Прямо по кругу так плавают. Красиво. Стоп, и сюда можно в эту сторону еще будет пойти? Или пока что нельзя? Это лифт наверх, ага. А вот, собственно, семечко. Так, а теперь в какую сторону ее нести-то? Ну, в принципе, можем ее положить вот здесь вот, да? Икс. А ну-ка. С ней ведь ничего не произойдет. А, походите смотреться, потому что направлений много. Так, нет, оттуда мы, возможно, потом вернемся. Либо туда на лифту. Вполне может быть. Ага, по-любому. Потому что здесь-то мы с семечкой не перепрыгнем. А, перепрыгнем. Я думал, с ней мы не можем так делать. Ну-ка, если так, отлично. Ну-ка, положи-ка пока что. Давай возьмем книжку. Сатес 3. И вот это обязательно. И здесь все, значит, по-любому наверх нужно теперь. Возможно, без семечки мы сюда попасть бы никак в итоге и не могли. Так, стоп, а если... А, ну все, больше некуда. Еще призраки, как грустно видеть их застывшими в последние мгновения своей жизни. Так, это у нас семечку спустит куда-то туда. А давайте-ка мы здесь осмотримся. О, стоп. Неужели здесь прям будут все эти ракушки, которые нужны нам, чтобы поменять наш облик? Так, а это что? Это мы можем куда-то туда спуститься, но мы обратно не сможем подняться. Подождите, подождите, с этим пока что повременим. Пустрый.
так. Я хочу просто взглянуть, это мы куда попадем таким образом. Но пока что непонятно. А, возможно, мы семечку там спустим, а сами там никак спуститься не сможем, и придется сюда. Ну, посмотрим сейчас. Возможно, именно так. В принципе, а, так, нет, это, ну да, мы, наверное, туда и спустимся, обойдем, потом вот так вот еще проедемся и придем как раз куда нам нужно. Хорошо. Стоп, что я слышу? Нужно все проверять. Так, а я смогу там зацепиться? Ага. Могу, отлично. А снова ты. Привет. Дружелюбный ящер. Только что он так на меня побежал, я уже, если честно, подумал, что он, возможно, куснет. 4 из 9. Еще 5 таких ракушек, и мы сможем сменить наши шмоточки. Так, а если мы здесь осмотримся? Нет, ничего нового. Привет. Пять из девяти. Превосходно. Теперь нам туда нужно. Он как будто нам показывает, куда нам нужно двигаться. Кстати, где-то там, что ли, какое-то растение? Стоп, а если приблизить? Интересно, интересно. А где же оно? Может быть, я его где-то пропустил? Может, я его видел, но просто... Не подумал, что нужно подойти и посмотреть поближе, что-то там. Ну, если что, придется даже заново пробежаться. Ну, я бы очень не хотел пропустить его. Ладно, если что, пробежимся заново. Обратно мы все равно сейчас вернуться не сможем. Так, а тут... Тут ничего не спрятано? Вот растение где-то вот там, вот наверху. Вот там вот оно где-то. Да, судя по всему, придется за ним возвращаться. В принципе, ничего, это не сложно. Снова привет. Нам туда.
Я понял. 6 из 9. Привет. Куда-то он показывает пальцем. Ага, подсказывает нам, куда нам нужно. Хорошо, подожди, я только здесь осмотрюсь. Нет, тут ничего. Так, стоп, сюда, видимо, семечку нужно будет принести сейчас и туда переправить, или как? Так, сюда нужно что-то положить. Вот эти штуковины нельзя взять? Они довольно большие. Вроде бы нет. А это как раз таки, да, на возвращение обратно. Так, вот что мы сейчас туда положим. Вначале здесь осмотрюсь. Привет вам. Там что-то в небе только что было, или мне показалось? Вот там, где он показывал. Как раз, когда я туда взглянул. Или это просто облака? А вот наша семечка. Превосходно. Ух, как тут красиво. Вот если бы в этой игре можно было бы еще и просто плавать. Нырнуть просто в воде, без лодки самостоятельно поплавать где угодно. Это было бы очень даже классно. Столько мест красивых, прям очень красивых. Стоп! Растень, ой! А тут можно было спуститься. Я случайно спустился, я засмотрелся. Там блестит растение. Это ж оно, наверное, есть. Вот где оно. Я его не пропустил. Просто когда с той стороны смотрел, оно казалось, что оно где-то там. А на самом деле оно где-то тут. Превосходно. Отлично. Это просто прекрасно. Собираем коллекцию. Так, ну это мы сразу отнесем куда нужно. Так, ну там мы с ним точно никуда не пройдем, поэтому... Поэтому можно сразу же вот сюда. Наверное, тяжелый камешек.
Так, а там мы, наверное, оттуда потом вернемся сюда. Хорошо. Стоп! Нет-нет-нет-нет-нет! Мы ж так не пройдем, получается, я не видел этих черных. Я еще и думал, что понадобится нам, может быть, это семечко. Да неужели ж... Неужели мы больше не сможем никак вернуться? Подождите, не-не-не. По идее, сможем, если мы туда сейчас попадем, вот этот мост опустим и опять сюда с этой семечкой придем. А нужно быть внимательными. Ну, я увидел эту черную штуковину. Но только вот отсюда я понял, что это такое. Ёлки-палки. Я очень надеюсь, что у нас сейчас получится обратно сюда с семечкой прийти. Очень. Так, стоп, а сюда мы зачем пришли? А, вижу. Так, а где же еще, кстати говоря, ракушки? А вот и ты. Мы туда не сможем пройти? По этим камешкам? Нет. Семь из девяти. Всего две штучки осталось. Конечно, при условии, что я нигде не пропустил. Так, вот мы прибыли сюда. Отлично. Просто отлично. Теперь мы сможем пройти туда с семечкой. И взять себе на заметку. Перед тем, как куда-либо эту семечку положить, всегда осматривать все возможные проходы и варианты. Я вон вижу уже ракушку. Восемь из девяти. Всего лишь одна нужна. В принципе, пришли куда нужно, но перед тем, как семечку туда ложить, я хочу проверить
вот здесь вот все, нам еще одна ракушка нужна. Учитывая, что здесь было 8 штук, то мне почему-то кажется, что 9-я тоже должна быть где-то здесь. Неужели я ее пропустил? Вроде ж детально осматривался. Так, а мы в принципе, я не помню, нас сейчас же вроде не перенесут обратно на нашу базу. Нам позволят до лодки дойти. Стоп, я вижу. Так, и здесь, по крайней мере, книга. Apples 3. Однажды наш город окружил сильнейший шторм, и из этого шторма появился большой человек. Книга — это замечательно, но я еще и ракушку хочу. Ну, я думаю, нам позволят сейчас, по крайней мере, до лодки дойти. И если что, еще раз мы пробежимся, поищем ракушку. Я думаю, она должна быть где-то здесь. А может быть, мы сейчас ставим сюда семечку, вот эта черная гадость уберется, и тогда мы увидим ракушку, которую до этого времени не могли увидеть, из-за того, что она, допустим, скрыта где-то сейчас. Скрыта. Давайте на это надеяться. Ай, нет, нас вернули обратно. Ну, так нечестно. Вот это мне не нравится. То, что возвращают обратно, и сейчас придется опять плыть туда же. Но там же был путь обратно, то есть, которым мы еще не воспользовались. Я думал, мы именно по нему и пройдем потом. Возможно, там как раз и ракушка была. Ладно, сейчас быстренько плывем туда же. Ее брат страшился этого дара, опасаясь, что из-за него могут потерять все, что обрели, но сестра была уверена, что он ключ к тому, чтобы найти новый дом. Вместе у нас все получится. Мы вернем семена и все исправим. Сейчас быстренько там пробежимся, учитывая, что мы там уже все, что нужно, открыли, активировали и включили. Это будет быстро.
Ну, в принципе, вот мы и приплыли. Just wait. Там мы прошли, а ящерица снова здесь. Тут мы книгу подобрали, больше здесь ничего. Стоп. А, нет, показалось, что что-то светится здесь. Нет. Вот тут вот мы только не побывали. Потому что я думал, что мы там вернемся, потом семечку положим и спустимся сюда и вернемся. И возможно, что именно там и есть ракушка. Если это так, значит там, где я прошел, я все-таки ничего не пропустил. Ой, тихо-тихо. Нужно вниз сначала спустить лифт. Кстати, призраки здесь поисчезали. Возможно, то, что мы семечку вернули на место, мы таким образом их, скажем так, освободили. Вон туда мы наверх не сможем забраться. Каким-то образом. Нет, сомневаюсь. Нет, нет, не разворачивайся. Да нет, 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 развернись, развернись. Не туда, как тебя развернуть? Как тебя развернуть, чтобы ты... А, ладно. Почему-то она сама развернулась и решила в обратную сторону пропрыгать. Надо поменьше в этот момент было камеры крутить, наверное. Так вообще, мы должны ракушку услышать. Сейчас довольно тихо. Но я все-таки думаю, что она именно там, где я думаю. Стоп. Какой-то звук мне показался только что. Там мы цветок подобрали. Ой, смотрите, как красиво внизу сейчас в воде. Там все светится. Красота.
Да, как я и думал, ребята, я ничего не пропустил. Просто мы еще здесь не были с вами. А вот эта ракушка. Праздничный стиль какой-то мы с вами получили. А давайте-ка попробуем его теперь применить. Кстати, все предметы поблизости обнаружены. Вот эта вот замечательная подсказка означает, что мне не стоит теперь вообще волноваться. Мы здесь все собрали. А давайте мы этот праздничный стиль теперь применим. А вот так немножечко мы теперь по-другому выглядим. Чуть-чуть мы приоделись. Ну, пускай. Для разнообразия почему бы и нет. Все, теперь с чистой совестью отсюда уходим. Собрали мы здесь все, что можно. А можно еще поблизости сплавать, подобрать что-нибудь в воде? Реликвию или улучшение для лодки? Что тут есть поблизости? Давайте взглянем. Так, ну можно, в принципе, сплавать, допустим, направо туда, к смотровой вышке. Вот, давайте прямо к ней сейчас и сплаваем. Так, нам надо отсюда выплыть вначале. Тихо, тихо, тихо. Все рушится. Куда выплыть лучше? Кстати, вот туда, очевидно, можно забраться. Что-то вот там есть. А вот то, что такое. Атакого. А здесь мы, наверное, книгу подберем. Так, отсюда я не залезу сейчас, оттуда мы, очевидно, вернемся. Так, а вот и книга. Apple gone.
Все предметы поблизости обнаружены. Отлично, значит, просто возвращаемся. Так, а куда нам это лучше сделать? Вот так вот. Гребо! Keep our back. Yep. На этих башнях смотровых, я думаю, искать нечего. Просто поднимаемся наверх, активируем, ну и осматриваемся. Отлично. Теперь там что? Там, наверное, реликвия. Да. Давайте мы осмотримся хорошенько. Знаете, на что похожее? На купол обсерватории, может быть? Или просто какая-то башенка? Сейчас, наверное, реликвию подберем. Еще вот это вот улучшение заодно. Что-то там такое в воде. Непонятно. Может быть, плавает что-то? Плавник чей-то. Это как будто антенна огромная. Надо будет когда-нибудь туда сплавать, по-любому. Хотя бы просто, чтобы посмотреть. Gone. Дудка. What's that? Cowpork. Так, слева, кстати, можно еще книгу подобрать по пути вот здесь. А давайте подберем книгу.
Толчок. Окей. Но это мы сейчас, видимо, просто откроем вот эти ворота, чтобы заплыть внутрь. Мику, Уэта. Так, сюда нужно что-то положить. Но я думаю, кроме книг мы здесь ничего не найдем. О, товарищ отдыхает, сидит. Да, вот и книга. Собрали строку, кстати говоря. А большой человек принес нам дары древних, украшения, способные растопить даже самые жесткие сердца. Все предметы обнаружены. Значит, просто возвращаемся. Так, и поплыли теперь за улучшением диалога. Великолепно. Ботбест! Так, теперь будем плыть на базу. По пути, кстати, еще одну реликвию можно будет подобрать. Мы тут сможем проплыть? Так, только
А вот туда вот, да? Ага, вон вижу уже ее. Что на этот раз? Ого! Огромные часы напольные. Замечательно. Спрашивает, это что такое? Да кто ж его знает, отвечает брат. Так, тут мы с вами уже были, подбирали здесь книгу. Надо сразу пойти и реликвии будет расставить сейчас. Посмотреть, где наш новый цветок теперь растет. Так, цветок, цветок. А, мы же его посадить должны еще. Вот. Отлично. Так, часы нет, это не напольные часы. Я думал, здоровенные напольные. Так, а здесь уже стоят. А еще у нас одна реликвия вроде как есть новая. Ну-ка, куда ее? Это что такое? Где-то сюда ее поставить. Ага, положить на мягкое просто дудочку. Ну и все, вроде бы две реликвии новых у нас появилось. Ну, отлично. Превосходно, собираем коллекцию. Мне нравится. Вообще, смотрите, классное место какое. Такой купол. Все такое красивое, зеленое. Вообще шикарное. Да здесь прямо можно жить. Оборудовать только где-то еще туалет здесь отдельный. И все, и прекрасно. Шикарное место. Ты как думаешь, братишка? Что ж, ребята. Ой, как красиво. Тут, смотрите, в воде ночью, как красиво. Здесь мы с вами на сегодня уже прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в следующей серии. Пока-пока!